Еще одно занятие, от которого трудно оторваться, бёрдвотчинг, наблюдение за птицами. Для кого-то просто хобби, для кого-то почти спорт. Я уже наблюдаю. Ну, что он дает, кроме умиротворения? Татьяна Матвеева попробовала понять. Москвичи Алексей и Полина Жегловы прогулки по парку превратили в увлекательное развлечение. Прислушиваются к птичьим голосам и устраивают фотоохоту. Например, снегири, они как скрипящие качели. А клесты, они как детские игрушки пищат, такие прям. А сойка, она как скандальная женщина на базаре. Игра «Угадай мелодию» затянула, и молодые люди стали искать единомышленников. Оказалось, у любителей пернатых даже есть свое название – «бёрдвотчеры». В переводе с английского – «наблюдатели за птицами». Этому увлечению, к слову, мир обязан именно англичанам. Почти каждый пятый гражданин королевства слушает птиц. Впрочем, и остальная Европа не осталась в стороне. Швейцарец Эрик Кристен вспоминает, как в юности на лето приезжал во Францию, в деревню к бабушке. Поиски птиц были романтичным приключением. У меня был маленький определитель, на кухне лежал, и помню, там был удод, это такая птица красивая с хохолком, и я помню, когда я первый раз ее увидел, это просто был такой момент для меня. Чтобы услышать и запечатлеть редкую птицу, бёрдвотчеры всего мира готовы на многое. Например, колесить по всему свету. Даже устраивают соревнования, кто больше за год насчитает птиц. Кстати, фотоаппарат – это третья вещь в арсенале охотника за пернатыми. Первые две – бинокль и определитель. Когда мы по голосу птицу слышим, мы пытаемся подойти к ней на голос и рассмотреть ее в бинокль. И дальше мы потом это изображение ищем в определителе. Вид птицы, количество, координаты обитания фиксируются в блокноте. Данными можно обмениваться в сообществах. Мария Швидко проводит экскурсии для московских бёрдвотчеров. Говорит, интерес к птицам в этом году заметно возрос. Люди стремятся к природе не только в столице. Новосибирец Денис Жбир придумал выездные туры в поисках редких птиц на Горный Алтай. Последний раз я сфотографировал малого жаворонка в республике Алтай. Как бы по документам, по всем, он там должен был быть. Но никто до этого его не снимал. Снимки и заметки бёрдвотчеров попадают в календари, путеводители и в новые атласы птиц регионов. К слову, наши просторы богаты не только пернатыми. В заповеднике Калужские засеки, к примеру, можно вживую увидеть лося, кабана, косулю или зубра. И, конечно, сделать редкие кадры прямо на месте. То, что они нас так близко подпускают, это обманчиво. Вообще они очень осторожны. Страшно тогда к веб-камере. Сегодня они есть у заповедников и зоопарков по всему миру. Позитивные эмоции гарантированы. Но где еще можно увидеть, как тройка белых медведей разучивает танец или, может, оттачивает дефиле? В общем, включайте.